Кипра. Восьмой Дмитрий Галоз, 9-й Максим Кацевич, 15-й Ленар Мухаметшин, 17-й Марат Лукьянов, 18-й Дальше Полевым Роман Кебиков, 2-й Илья Казаков, 4-й Мирбек Бакаев, 7-й Данила Чуль, 9-й Евгений Война, 12-й Стоп, уже. Никита Баб. Да, в нашем поединке, в котором Баранычи уже начали этот поединок с центрополя. И тут же диагональ вперед от Фирсова. Тут мяч потерян, а здесь на контратаку может Баранович и нарваться. Тут же побежал вперед Бакаев, набирает скорость. И не очень чисто играет Болбат. И Лашук общается здесь сразу же с Антоном Полуяновым. Давайте глянем повтор и еще раз посмотрим, похоже ли там на красную карточку. Ну, давайте смотреть. Желтая либо красная? Красная! Вот и пожалуйста. Лашук пообщался с Полуяновым. Но, знаете, с повтора решение действительно верное, с учетом того, что Бакаев-то себе на ход мяч прокинул. Пошла неплохая, но посмотрим. Может быть, чуть-чуть подправил прицел Лукашенко. Сейчас мяч в голову партнера вложит. Ну, в район 11 метров мяч доходит. Удар в дальний угол. И вот, пожалуйста, первый опасный момент, который такой истории мы пока не видели. Заброс вперед на Бакаева. Доходит передача. Не дотянулся до мяча футболист Баранович. И вот, пожалуйста, группа атаки. Бакаев не решился бить и принимать. Но дальше уже ширины поля не хватает. Ну а зачем? Ну, честно говоря, Илья Казаков, наверное, немножко перегрелся. Сейчас плохая. Война. Хорош пас. Нашел партнера, развернулся здесь. Чуль развернулся и пробил. Опасно, но выше ворот. Чуль бьет. Фирсов здесь пришел на розыгрыш и подсунул Фирсов мяч обратно Шаманову. Ну, Шаманов с реакцией. И тут еще и между Старовой его проверяет. И удар от Фирсова в ближний угол. Удар не получается. По итогу перехват. Лукьянов через партнера отыграл с Плакса. Его передача вперед не проходит. И дальше диагональ. Хорошая налево. Чуль. Мягкий прием. Чуль выходит. И Высоцкий. Какой же сейв своевременно от Высоцкого. И какой же момент был у Данила Чуля. Добавит. Но пока Магомед Тагаев направо. Вайнер раскачал тихо на Плакс. Вайнер низом. Передача. Удар мягкий от Чуля.